bend you like it's Honda shit. I don't give a fuck unless you're talking with the money clips. Какое слово тебя бесит больше всего, когда меня зовут типа Наташик или Натали? Меня это прям раздражает. Наташик. Наташик! Наташик! Или Натали. Или когда начинает песню петь вот эту Натали. Вот это вот. Или вот Али, моя печаль. Да, вот просто. Или морская черепашка по имени. Ой, блядь. Или вот это вот. Дергать за косу. На самокате мчаться по бару. Блядь, я их все наизусть знаю, блядь. Или Наташа, ты королева на нашего пляжа. Бля, просто я не знаю, меня это все раздражает. Или знаешь, ко мне мама приходит, носки мне дарит, такая, говорит, Наташа, это тебе, смотри. На упаковке написано Наташа. Подарок ему сделаешь такой эмоциональный. А, ты про это? Да, да, сделаю. Сделаю обязательно. Не, у меня подарок будет жестче, чем у него. Не, у меня еще, блядь, жестче. Он, знаешь, когда мне дарит такие дорогие подарки, он, знаешь, меня мотивирует на то, чтобы я ему еще, блядь, дороже дарила. А потом он мне еще дороже. А потом я ему еще дороже. Я не знаю, он меня реально мотивирует на то, чтобы я дарила ему еще больше. Ты же бросила, что бросила? А что дарить Ваде будешь на 15 число? Да ничего, для меня это не дата. Вот полгода уже. Вот полгода это дата. Плюс минус. Год? Хорошо. А вот эти вот 4-3 месяца, 5 месяцев, там 7 месяцев, 8. А, ок. Нет, можно что-то... Я, типа, люблю, знаешь, там, что-то приготовить, или куда-то сходить, там, туда-сюда, вот. Это прикольно. А именно вот какой-то подарок, знаешь, какой-то предмет, наверное, нет. Просто уделяйте время, наверное, со своим половинком в этот день, и все. Ты не выиграешь в этой битве, так что лучше сдайся сразу. 23 февраля тоже не дата. Я поздравила его на 23-е. Я же знаю, что он воевал на Пиксель Батле. Алло. Я все знаю, я все помню. Блять, я вам сейчас докажу. Это пиздец. Вот! Мое голосовое. Тогда 23 февраля, пупсик. Слышали? Тогда. Но когда он сказал, типа, я же на Пиксель Батле, там туда-сюда. Ой, давай, типа, придирайтесь еще к слову тогда. Привет! Для тебя у меня есть реально крутой бонус. Вводи промокод GS и получай дополнительные 40% к сумме пополнения баланса. То есть, пополнив баланс на 1000 рублей, ты сможешь получить 1400, а это уже, между прочим, несколько дополнительных открытий кейсов. Сначала откроем кейс «Один дома» за 549 рублей. И нам выпадает P250 Franklin. На первый раз не повезло. Идем далее и откроем уже три кейса PS5 по 219 рублей. Уже неплохо. Мы окупились на 100 рублей. И в завершение на весь баланс откроем три новогодних кейса по 999 рублей. О-о-о, а Desert Eagle это уже не шутки. Также на сайте есть разные режимы, кейсы, контракты. Сражения, карточки, апгрейды и колесо бонусов, которое можно крутить раз в сутки бесплатно. Да, ребята, это топ скин. Ссылка на сайт и промокод в описании. О, ну если по факту говорить, в Украине 23 февраля нет. О, в Украине 14 октября, ну вот подождет, вот на 14 октября я подарю. Если по факту говорить, у тебя мамы нет. Когда у Вадима ДР в июле, по-моему, 4 июля. Чего вы ржете? 4 июля. 4 июля! Я вообще-то все знаю. А, 7? Нет, 4. Че обманывать? 4, а? Сюда! А че вы угораете тогда? Сюда? А, 2 доната подряд, нормально. Сюда, угадала. Вадиму сделаешь. Что Вадиму сделаю? 51, спасибо большое за 200 рублей. Не понял, что сделаю. Сделаешь, Вадиму, сделаешь. Бу. Бля, как же смешно про сиськи читать от челиков больше, чем 18. Че со вкусом, пацаны? Вы с деревни под аярком тащитесь. Чекните.
эти модели трендовых, что ли, типа Cardi Levin. Надеюсь, вкус появится хотя бы к 20-му годам. Не, а даже если бы я сиськи делала, что такого? Ну, я говорю, это типа, ну, хорошо, а если нос? Ну, а какая разница? Ты жопа. И там некоторые начинают писать, например, вот, инородное тело, нахуя? Да имплант в зуб, то же самое, блядь, инородное тело, ребята, друзья мои хорошие. Не понимаю. Чё же Жо написал? Игноришь, ну и пошла в пизду. Я не видела! Жош! Мне иногда, кстати, кажется, что Жо реально зовут Жо. Ну, типа, имя у него Жо. Блин, мне кажется, в паспорте пора менять. Блин, обожаю эту фигурку, она очень классная. Блин, каждому просто надо по традиции уже дарить просто, мне кажется, эту фигурку, чтобы все фрики были с этими фигурками. Потому что чат нихуя не смотришь, смотрю вообще-то. Подстриги ее, ага, нет. Только знаешь, надо было, короче, волосы вот так вот. Но я же обычно так вот, типа, хожу. Так вот надо было волосы. Ну, тут невозможно, наверное, это очень трудно. Ну и в целом, типа, я тоже так хожу. Я, кстати, хочу сейчас покрасить волосы в блондинку. Я буду блондинкой! Охуеть, да? Да, теперь я буду блондинкой. Скоро. Нет, нет. Бу. Если не сдам, еще останусь. Но вообще ставим на то, мы с Вадимом, что я сдам и поеду к нему. Что нет? Да, да. Вадя уже сказал, что yes, мне нравится, кайф, круто, мне, я одобряю. Ну вот. Ладно, не всю блондинку. Смотрите. Короче, видели, как у Байола синенький волос? Короче, вот эти верхние поднимают и окрашивают, грубо говоря, вот внизу, вот тут. То есть, когда я буду заплетать хвостик, у меня их будет видно. То есть, это называется скрытое окрашивание. То есть, когда я отпускаю волосы, опять становится мой цвет. Вот. То есть, они идут вот где-то вот отсюда, вот так вот. Короче, самые... А, ну ок. Ну, короче, вот, да. Я вас напугала сразу. Ну да, я все волосы не хочу красить, это не очень. Проснулся зайка. Ебать, прибучно. Ты где-то такое видела, что ты именно блонд или сама придумала? А, я видела. Я просто хочу найти скриншотик. Сейчас уже нигде не видно, что я смотрю. Фух. Короче, грубо говоря, вот так вот. Поняли? Ну, вот так. Ну, заебись, тебе пойдет. Ну, наверное. Ну, можно попробовать, типа, why not? Why not, эксперимент, как бы, туда-сюда. Не, по поводу прав, я очень надеюсь, что я сдам. Если не сдам, то остаюсь еще на неделю. Как Ванючка Питерская, ты охуел? А что ты писал? Вот. Уф, ты с этими волосами вообще соска будешь? Чего вы с ковочки отправляете? Салент, здорово, спасибо большое за 3 месяца. Приветики. Привет, родная, как ты? Как там папа? Ой, папа замечательный. Я подножку въебу тебе. Блядь, Жо, ты меня уже раздражаешь, нахуй. Сколько сможешь снова сдать? Я бы тебе сказала, на меня забанят. 100 баксов дай им и сдашь? Ладно. Короче, я сажусь в машину. Сзади меня инспектор. Я в охуенезе. Едем, типа, прямо по улочке, такой-то, такой-то. Да пиздец, все, не хочу рассказывать. Я просто села, блядь, и просто вот так вот еду, короче. У меня пик, 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 пик. Я такая, что за хуйня, блядь, я что, не пристегнулась? Сука, и остановиться там нигде нельзя. Я такая думаю, сука, еду, 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 еду. Он говорит, повернись направо. Я поворачиваю, но перестраиваюсь сначала на полосу. Он такой, ага. У меня все до сих пор пик, пик, пик. Потом я поворачиваю, и потом понимаю, что я поворотники не включила. Он такой, останавливайтесь. Боже, как было стрёмно, нахуй. Я из-за этой пикалки, нахуй, я вообще ничего не включила. Я, блядь, и поворотники ебаные забыла, блядь. И пристегнуться забыла. Это вот, я говорю, из-за того, что пиликала, вот эта вонючая, вот эта сигналка вонючая говна, блядь. Просто! Ладно, короче, следующий, блядь, сдам. Обязательно. Ну, кто с первого раза сдавал? Никто? Чел пишет, овца ебаная. Я? Да чё вы там сдавали? Ой, да. Ну и нет, а как бы понимаешь, что чат самых умных, самых... как бы, ну нет, не в этот раз, не в этот раз. Идите поспите реально. Вот. Не дай бог тебя встретить на дороге. Мой алхимик. Ain't no fucking body like alpha.